13 октября Инстаграм-премия InstaKids Awards в самом центре Москвы на премиальной площадке. Подай заявку в директ официального аккаунта и стань претендентом на одну из 10 номинаций Инстаграм-премия «Поколение Z». На ТНТ вновь выходит очередной угарный сериал. Это история про Толика и как у него родилось одновременно трое детей от трех разных женщин. И сейчас мы узнаем, как селебрити относятся к вот таким вот вертихвосткам. Почему сериал называется «Триада», как ты думаешь? Потому что это, скорее всего, связано с тремя людьми. А считаешь ли ты Толю человека с остальными яйцами? Конечно. А еще Любу Аксенову. Так, а ты вообще знаешь, о чем этот сериал? Немного, но я не буду рассказывать. Очень сложно сказать, но мне кажется, он будет стараться всех потянуть, а у него нет других вариантов. Он каждую любит особенно, кого-то больше, кого-то меньше, но дети-то его, поэтому придется отвечать за свои поступки. Ой, нет, он точно человек не с остальными яйцами, просто человек, который попал в ту ситуацию, в которую он попал, и ему приходится как-то это все разгребать. Как вы считаете, понравился ли вам сам главный герой? Ну, как... И как бы вы поступили на его месте? Я очень боюсь думать о том, что как бы я поступил на этом месте. На самом деле на таком месте не хочется оказываться. Но главный герой мне понравился. Во-первых, потому что я его делал, и мы старались его делать с Димой Дьяченко более человечным. Как бы ты поступила на месте Толи? Я бы очень радовалась. Это же круто. Дети – это счастье. Что, по-вашему, самое важное на мероприятии, на презентации? Фуршет или сам сериал? Не, мне кажется, сама картина должна... Мне кажется, сам момент того, чтобы люди, которые делали это, поняли, для чего они это делают и насколько это отразилось в людях. Нельзя выделить что-то одно, потому что тут важен вайб, который создается на этой тусовке. Тут все ходят, знакомятся. Важно само настроение. Сериал, и как вам сюжет? И поступили ли вы также на месте Толика? Честно говоря, мне очень интересно, как дальше все будет происходить, как он все будет успевать. Скажите, были ли у вас запросы на создание логотипа для подобных сериалов? Были, но не для сериалов конкретно, для фильмов были. И как прошло вообще? Интересно вам такое? Очень. Потому что я люблю помогать брендам продвигаться. Что происходит у тебя в творчестве? Скоро выйдет моя первая книга «Татарка FM 45+». Затем где-то 9 ноября выйдет на ТВ3 новый проект «Мама Раша», где я буду ведущей. А представляешь, каким подарком было для Толи, что даже три женщины от него забеременели в один момент? Ну, не думаю, что это супер крутой подарок, но думаю, сериал получится смешным и всегда прикольно погружаться в какие-то такие ситуации, наблюдать за актерами, так что предлагаю пойти на премьеру. Поступил ли бы ты на месте Толи также? Толи такие все интересные, я прям не могу. Но думаю, что навряд ли, потому что, ну, что-то как-то... Я слишком палевный, я бы просто... Спалился раньше времени? Да, я думаю, это так бы и было. Знаешь, мне бы очень хотелось бы быть Толей. Вот если вот так вот посмотреть на эту ситуацию, вот я бы не хотела быть ни одной из этих женщин, но быть Толей и иметь трех женщин, которые тебе готовят, рожают, вообще офигенно. Мне нравится. Как вам вообще сегодняшнее мероприятие? Ну, что скажете? Ярко. Вот скажите, что главное на этом мероприятии? Фуршет или все-таки премьера? Мне кажется, фуршет. Что вам больше всего понравилось? Мне понравился арбуз с дыней.